Алиса, запусти навык «Угадай факт про сухача». Запускаю навык «Угадай факт про сухача». Чтобы выйти, скажите «Хватит». Поиграем в игру, где вам нужно отгадать факт из жизни Дениса Сухачева. Я задам вопрос, а вы постарайтесь правильно ответить. Этот навык создал Иван из Playing и Витя Чел Ака, разработчик сайта с гадзами и обобой 2024. Начнем игру. Какая есть интимная болезнь у жены Глада Волокаса? Кого? Я не понял. Алиса, включи навык угадать факты из жизни Сухача. Правильный ответ. Вагиноз. Дедулечка, какова поехали в мусор. Какова общая стоимость всех автомобилей, рыбку, которые когда-либо задокументированно принадлежали Гладу Волокасу? Тебя, пиздец, твоя правильный ответ. Щель, около 10 миллионов рублей. А. Где выступила крольчиха Алина 8 марта 2021 года? Боже, блядь. Выключи хуйню! Отключись! Дальше. Правильный ответ. Рок-бар-подвал. Какой Глад Волокас фрукт? Вкусный. Правильный ответ. Абрикос. Какая надпись у Дина на синем худи? Лонсдейл. Правильный ответ. Миллион доллар. Сколько же задокументированных штрафов получил Денис с момента покупки Бэхи? Ноль. Правильный ответ. 12. Сколько ГАЦ выпустил дед? 54 тысячи. Правильный ответ. 103. Где родился дед? Это подарок. В Самаре. Правильный ответ. На Донбассе. Какое хобби, помимо видеоигры и музыки, было у Дениса до обретения популярности на Твиче? Какое у нее там было хобби там? Трахать. Правильный ответ. Фотография. Кто попустил Дина? Все. Правильно. Какой у Дина автомобиль? Вы находитесь в навыке «Угадай факт про сухача». Чтобы закончить сессию, скажите «Хватит». Ягуар. Правильный ответ. Лоховский также известен как БМВ. Кто этот человек, кто поет песню? Теперь ночью я делаю. Рокер ебаный, рокер. Солнышко, привет. Поздравь, пожалуйста, ответ, Дмитрия Клюкина с днем рождения. Как умеешь, он твой фанат, так сколько? Что и баня как положено. Красава. Правильный ответ. 19 квадриллионов 252 миллиарда 128 миллионов 599 тысяч 192 доллара Чё? В месяц только с одного канала. Как Чё? Звали человека, изначально скинувшего номер Никиты Юриста Гладу Волокасу на стриме? Не знаю, не помню, блин. Правильный ответ. Никита Игоревич. Чё, блин? Сколько стоит рекламная ссылка в описании к стриму на один месяц у Дина? Ссылка в описании, там, если, допустим, хорошее что-то там, рекомендация, то бесплатно. Правильный ответ. 50 тысяч рублей. Как зовут друга деда, который домогался до кошки? Колька. Правильный ответ. Затуп Спермакин. Где работала святая мать Дениса? Кто нахуй? Правильный ответ. В парикмахерской. Как зовут единственного диспетчера авиалиний Жмых Airlines? Ашотик. Правильный ответ. Ашот. Сколько стоит час стрима рекламной игры у Дина? А сколько там стоит оно? Правильный ответ. 1200 долларов. Как называется группа, выпустившая этот хит? Наголенский бит. Правильный ответ. Наголенский бит. Как зовут сына Глада Волокаса? Богдан. Правильный ответ. Денис. Как зовут 17-ю личность Дениса, поющую для танкистов? Данил Сахарный.
Правильный ответ. Алик Кутакбашов. У меня закончились факты. Приходите позже или скажите «начнем сначала».